Всем добрый день, добрый вечер, дамы и господа, с вами снова Севан. Наконец-таки, друзья, настал этот момент, друзья, сегодня 1 сентября и начало нового регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Я представляю вам матч открытия между командами Омский Авангард и Московский ЦСКА. Можете видеть составы команд, друзья, на своих экранах. Очень много интересного хочется вам сказать. У нас был небольшой перерыв, так как, собственно говоря, регулярный чемпионат закончился. И вот он новый сезон КХЛ, который я очень-очень долго ждал. Наконец-таки он наступил. Сегодня о многом, друзья, с вами поговорим и, конечно же, посмотрим этот матч. Сегодня в воротах будет стоять Василий Демченко. На самом деле, сегодня такая экспериментальная будет бригада голкиперов УТО и другой команды. Федотов сегодня будет стоять в воротах ЦСКА. Не знаю, будет ли Федотов основным голкипером в составе армейцев, но я все-таки думаю, Рейдеборн будет номером один в составе ЦСКА. Хотя посмотрим. Хочется, конечно, чтобы наши воспитанники были во главе, вратарской бригады. Ну а что касается Демченко, но здесь, конечно, у голкипера Грубица, который провел просто феноменальный сезон прошлый, где Авангард, собственно говоря, завоевал Кубок Гагарина как раз-таки в матче против ЦСКА. Ну не знаю, здесь, конечно, очень тяжело будет выиграть борьбу у такого хорошего голкипера. Ну, конечно же, пожелаем Демченко удачи и, надеюсь, он навяжет борьбу, составит конкуренцию Грубицу. Ну и давайте, пока у нас есть возможность, пройдемся по составу, который вы, правда, уже посмотрели на скриншотах, но тем не менее. Первая тройка нападения у ЦСКА — это Сошников, Григоренко и Слепышев, в защите Нестеров и Гилмор. Вторая тройка у ЦСКА — Нордстрем, Уолмарк и Плотников, в защите Киселевича и Блажиевский. Третья тройка — Акулов, Гуськов и Карнаухов, и в защите Далбек и Сергеев. Все по-разному называют Далбека, кто-то называет Дальбек, на флешскоре написано Далбек. Мне ближе все-таки именно говорить Далбек, поэтому я вот именно так и буду произносить фамилию этого защитника. И четвертая тройка — Светлаков, Андронов и Попов. Ветеран команды на еще один год заключил соглашение с московским ЦСКА и будет защищать цвета этой команды. Голкиперов я уже, друзья, вам представил. Это Рейдеборн и Федотов. Такая линия вратарская будет в сезоне у ЦСКА. В этом матче, как я уже и сказал, Федотов будет защищать ворота. Бросок по воротам очень опасный. Федотов здесь очень габаритный голкипер. Защищает сейчас ворота ЦСКА. Ну и переходим, друзья, мы к составу Авангарда. Телегин, Семенов и Якупов. Такая первая тройка у Авангарда. В защите Шеребзянов и Каски. Цигларик, если опять же правильно произношу я фамилию, подправьте меня в комментариях, если вдруг неправильно. Корбан Найт и Паре. Такая вторая тройка у Авангарда. И Чудинов, Пока в защите. Насколько я понял, Чудинов все-таки покидает команду к следующему матчу. Собственно говоря, уже Чудинова не будет в составе Авангарда. Но благо у Авангарда есть там кого поставить в защиту. Того же Чистякова можно вспомнить, который очень неплохо выступает в составе омской команды. Третья тройка — Брюквин, Зернов и Косов, в защите Береглазов и Емелин. И четвертая тройка — это Жарков, Дергачев и Толчинский. Возможно, конечно, Толчинского нужно было немного повыше поставить, но тем не менее, по ходу сезона, если вдруг в реальных матчах будет как-то меняться тройки нападения, соответственно, мы их тоже здесь, друзья, с вами будем менять. Давайте уже начинать смотреть матч полноценно. Корбан Найт против Андронова. Набрасывание возле ворот от Демченко. Здесь бросок не получается. И Цигларик шайбой. Здесь опять же не получается у этого нападающего даже толком передачу отдать. Светберг тоже новичок команды, перешедший из Нурсултанского Барыса, насколько я помню. Могу ошибаться на самом деле. Настолько уже отвык я от хоккея, что уже начинаю позабывать о том, какие трансферы произошли. Ну, конечно, именно ЦСКА в этом плане очень неплохо усилился. Обратно вернулся Михаил Григоренко из Коламбуса. Причем все трансферы, которые
были в основном у ЦСКА, в основном игроки приехали именно из национальной хоккейной лиги, не из каких-то других низших лиг. Как я уже и сказал, Григоренко из Коламбуса, Нордстрем Юаким перешел из Калгари, друзья, и вот, собственно говоря, защитник Нестеров также из Калгари прибыл в московский ЦСКА, но об этом поговорим чуть попозже, потому что у нас закончился первый период, и пока по нулям матчи открытия между командами «Авангард» и ЦСКА. 5-4 по броскам впереди омской команды, на точке также она выглядит чуть лучше по этому показателю, 4-2. Так вот, возвращаясь к трансферам, еще также есть одно приобретение у ЦСКА. Это, друзья, Лукас Волмарк, если я правильно опять же произношу, ребят, тоже человек приехал из национальной хоккейной лиги, ребята из клуба Флорида. У нас начался второй период, команда гостей идет вперед, здесь передача на Гилмора, Гилмор щелкает, но здесь шайба еле-еле как долетает до Демченко, и обратная атака уже от хозяев, Толчинский. Цигларик бросает, Федотов на месте, ловушка играет. Заканчивая о трансферах, друзья, Плотников также перебрался из Металлурга, Панкратов из московского Динамо. Как я уже сказал, Светберг перешел из Барыса. А также можем отметить Рейдборна, о котором я уже говорил в начале нашего матча. А здесь Плотников должен был добивать шайбу. Очередной момент возникает у гостей. Немножечко активнее начали ЦСКА. Это второй период. Неплохо Блажевский уходит. Нордстрем передачу назад. Бросает здесь защитник. Паре тут как тут на подхвате. И начинает уже Авангард свою атаку. Телегин. Зернов. Неплохо. Зернов, какой момент сейчас был. Как же хорошо его здесь Брюкин уводил на бросок. Неплохая так и получилась у звена Авангарда. Итак, друзья, период под номером 2 подошел к концу. Пока 0-0 в матче открытия между командами Авангард и ЦСКА. Давайте, друзья, переходить к периоду под номером 3. 8-7 по броскам уже впереди московский ЦСКА, на точке просто подавляющее преимущество у Авангарда, 7-3 по этому показателю, и снова у нас бросание в центральном круге. Надеюсь, в этом периоде, друзья, мы увидим с вами заброшенные шайбы. Толчинский, там очень хорошо Корбан Найт выиграл бросание. Передача на пятачок, здесь чуть-чуть не повезло игрокам Авангард, обратная атака, Слепышев, шайба, ну, никого нет абсолютно, Слепышев ждет партнеров, а передача назад на Сошникова, Слепышев, Сошников, нужно уже бросать, Гилмар, да почему вы не бросаете, Гилмар бросок, клюшка ломается у защитника, вот, возможно, сейчас что-то получится, Григоренко, передача назад, но здесь Цигларик ее забирает, а здесь шайба-то застревает в клюшке, и воспользовался этим моментом Григоренко. Тут же бросок, но опять же Демченко выручает. Брюквин шайбой. Неплохо. Но здесь ошибаются. И у нас первое удаление. Брюквин отправляется на 2 минуты за подножку. И ЦСКА сейчас будет играть в большинстве. Брюквин перешел из московского Динамо. Если вы вдруг не знали, смотрим повтор. Да, здесь, думаю, никаких вопросов не должно быть к арбитрам. Все правильно здесь рассудили рефери этого матча. Так, у нас получается в большинстве сейчас ЦСКА. Посмотрим, смогут ли реализовать это большинство гости. Брас не выиграли. Слепо Шафа. Григоренко с неудобной руки прям в упор здесь расстреливал. Еще один бросок поворотом. Можно было бы, конечно, там и передачу на Сошникову как бы отдать. Сошников, Григоренко с шайбой. Но 3 в 2 выходит. Нужно закрепиться или бросать же поворотом. Бросок низом от Григоренко. Еще один бросок поворотом. И снова Демченко выручает свою команду. На самом деле, да, вот так по третьему периоду и по концовке. А второго все-таки побольше работы у Демченко, нежели чем у Федотова. Показывает нам бросок Григоренко. Ну и тут же на точку становится этот игрок, и против Зернова. Зернов очень неплохо выглядит на точке. Посмотрим, сможет ли здесь выиграть. Проигрывает, но тут же ошибается защитник здесь от ЦСКА. И шайба выбрасывается в зону ЦСКА. Здесь еще и Телегин встречает игрока. Здесь не было ли удаления? Удаления нет. Григоренко. А все уже. Пятый игрок-то вышел у Авангарда. Сошников. Бросок. Ну, такими бросками, конечно, тяжело будет пробить Демченко. Благо, были намного опаснее ситуации. Очень такая вязкая борьба. Вроде бы есть и моменты, но в то же время как-то очень просто действуют команды. Паре, может быть, кистевым броском получится? Нет.
Так, удаление будет в составе авангарда. Нужно быстрее входить в зону. Акулов. Волмарк. Бросок в створ не проходит. Карнаухов. Да, он будет целых 25 секунд у ЦСКА для того, чтобы попробовать все-таки вытащить этот матч. Это второе удаление уже у авангарда. Прям на блюдечке преподносит авангард, ну, по факту, победу. Только нужно реализовать. Это большинство. 25 секунд для этого есть у ЦСКА. Григоренко на бросне против Слепышев. Я почему перестал говорить, потому что Слепышев очень на выгодную позицию выходил. Слепышев, ну вот сейчас может быть и Демченко ловушка играет. Очень эффектный сейв уже в первом матче регулярки. Мы с вами, друзья, увидели. Здесь показывает нам повтор вот того самого момента. Здесь неудобные руки бросал игрок ЦСКА. Ну, совсем мало времени осталось. Возможно, в большинстве начнет овертайм. Кисты ЦСКА, и шайба выбрасывается здесь, а мячами. 8 секунд до конца, Блажиевский. Передача на Слепышева. Слепышев, надеюсь, он видит то, что 3 секунды остается до конца, друзья. И у нас 0-0 после 60 минут в матче. Открытие между авангардом и ЦСКА, друзья. Давайте переходить к овертайму. 17-8 по броскам впереди. Гостевая команда, и сейчас в большинстве начнет ЦСКА. Этот овертайм, друзья. Ну и посмотрим. Сможет ли ЦСКА забросить шайбу. И самое печальное то, что я забыл убрать настройки именно плей-офф. То есть сейчас команда будет играть до заброшенной шайбы. Если вы понимаете, о чем я. Григоренко, вы видите таймер. Слепышев, бросок поворотом. 20 минут там внизу написано. И, собственно говоря, как раз-таки до первой заброшенной шайбы будут играть команды. Киселевич, бросок поворотом, попадает в Сошникова здесь. Ну вот сейчас может быть. Но что такое Сошникова, бросок поворотом, и Демченко снова выручает свою команду. Передача на Паре вход в зону. Отдать бы назад. А здесь Цигларика уже встречают. Гилмар шайбы как-то... Как-то непонятно действует команда Сошников. Нужно бросать. Почему не бросаем? А Гилмор решает аж от синей бросить. Ну вот, может быть, здесь Слепышев совсем с острого угла пытался здесь забросить. Да и там и пространства не было особо, где развернуться. Каски. Григоренко. Нордстрем. Передача на Плотникова. Плотников назад. А здесь снова Цигларик. Каски. Теряют здесь шайбу. Игроки авангарда, он тут же ее забирает. Корбанайт шайбы. Хорошо. Каски, друзья, приносит победу омской команде, друзья. 1-0. Авангард, друзья, выигрывает в матче открытия у московского ЦСКА. Поздравляем всех болельщиков омской команды с этой победой. Если ты вдруг еще не подписан на мой канал, то обязательно прямо сейчас это сделай, поставь лайк, подпишись на канал, если вдруг еще не подписан, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Всем до скорых встреч, друзья! Чемпионат стартовал, будет очень много интересных матчей. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, буду очень рад.